Девчонки, привет! Янка и Зойка. Сегодня ровно 22 года, как мы окончили школу. Какой кошмар, могут теперь посчитать, сколько нам лет. В общем, я иду, встречаюсь с Линдой, с Аней Соловьевой и с Ириной Алексеевной. И буду вам снимать видео про то, какая сейчас школа. Покажу попозже. Смотрите, смотрите, кто стоит-то у нас. Вот она, моя школа. Чудесная, расчудесная Петровская гимназия. Школа Райкина и Довлатова. Привет! Ой, это прям красные губы. Красные губы? Это что такое? Ну-ка, огромное? Смотрите, это Линда, помаши. Я снимаю видео для Яны и для Зои. Видео. Привет. Фотографии никому не отсылать. Смотрите, кто здесь. А я, между прочим, привет, снимаю для Янки. Передай ей привет. А, сестра, привет. Привет. Женя. Сестра. Племянница, привет, Маши. Да, я у тебя не допущу. Молодец. Привет. Неплохо, ну, окей. Такого вот возраста. И Ваньку ведем. Покажи цветочки. Да, я сейчас рассыплю. Вот она, фонтанка. Ксения, ты поздоровалась? Нет, пойдем сразу. А Ваня, открывай дверь в нашу школу. Нет. Открывай. Ну, дальше заходи. Линда, не отставай. Ой, можно раздеться. Снимайся. Здравствуйте. Ага. Хорошо. Это был Николай Николаевич. Если кто не помнит. О, Мила Борисовна. Наши любимые коллеги, мы очень вас любим, помним, ценим, так же, как мы и помним, и любим, и ценим тех, кого уже с нами нет, которые уже где-то далеко-далеко, но они так много сил отдали. Вспомни, как ты стояла на этой сцене. Да. Точно так же. Девчонки, когда-то и мы так стояли на этой сцене. Давай переделаем. Доцент. Вот, мы идем по коридору, по которому ходили 100 лет. Яна, смотри. Здравствуйте. Да, Марину Илсовну не узнать. А вот сейчас будет слева и справа, Вань, смотри, там будет туалет, женский и мужской. Смотри, вот видишь, мужской. Ой, был женский здесь. Ой, Игорь Викторович, он же Николай. Ой, Игорь Викторович стоит, здравствуйте. Здравствуйте, как ваши дела? Помните нас, нет? Ну, конечно, помню. О, смотри, Линда, смотри. Вся доска. Вот. Аркадий Райкин, вот только что учился. Ух ты. Какая ты, а?
Давай. Отключиваем стеклянный коридор. Помашите ручкой для видео. Это твой кабинет? Ух ты! Я Гошу вижу. Гошу? Да. Где? Гоша, привет! Я больше не видел. Никого нету. Да. Понимаете? Гоша, помаши для истории. А что, Арина Алексеевна нету в классе? Приходит. Как нету? Ну, вообще договорились встречаться. Стеклянный коридор. Вань, вот это стеклянный коридор называется. Видишь, окна новые стоят. А у нас были старые еще окна. А это вот сюда, по этой дороге, мы ходили в школу. Здесь нельзя было сидеть, помнишь? Сидеть нельзя было? Да. Я, кстати, тут недавно думала. Помнишь, мы вот тут стояли? Да. Соловьева, там, Ольга, мы все. И прогуливали уроки. И вот тут же как бы все посередине ходили. Почему нам никто ничего не говорил? Почему вы, девочки, сейчас вы не на уроках? Думаешь, да, это все равно. Вань, вот там еще один вход был. Здесь у нас рекреация. Мы здесь, была перемена, мы здесь носились, бегали. Вот там была химия и информатика. Пошли к Ирине Алексеевне. Какие-то люди идут. А здесь окна, смотрите, не поменяли. Давай посмотрим, если написано Ирина Алексеевна, значит, она должна быть здесь. Если не написано... Давайте ей позвоним. У тебя есть ее телефон? У меня есть ее телефон. Что, закрыто? Подергайте дверь-то. Ну и что, Гоша? Вот кабинет физики. Но это был не наш кабинет. Странно. Наш кабинет физики был вот здесь. Ой, класс Ирины Алексеевны. Вот здесь, да? Вот этот? Да, тут была вот такая женщина. Да. А Тальметина уволилась, кстати, ты знаешь? Кто там? Покажи, какая-то женщина. Да? Да, а что? Русский язык и литература. А здесь был... В старших классах уже здесь была литература у Яны Никитиной. Яна Никитина. Да. А класс биологии где? Поворачиваем. Здесь. Вот даже кабинет биологии. Что? Там все осталось, как этот, неизменно. Да. Вот этих не было. Юра Рябинкин. А смотри, Петрова Татьяна Николаевна работает разве? Она уже, по-моему, здесь не работает. Почему написано фамилия ее? Значит, типа, просто, наверное, для ориентиров. Может, территориально повесили для ориентира, да? Потому что ей не придет. А это каменный коридор. Посмотрите, какая красота. Здесь у нас был урок труда и физкультуры. Когда ртуть разлили, здесь было все. Да. Помните, когда ртуть разлили? Вот как было классно, но мы вообще не учились, экзамены не сдавали. Остальные все мучились. Так, отремонтировали, краской пахнет. Да. А еще здесь снимали фильм «Окно в Париж». Точно. Бог, слушай, какая тебе память. Да. А еще здесь не ловит сеть. Да? Да. Вот здесь у нас была труд, вот здесь теперь что? Швейная мастерская. А мальчики в очереди стояли за нашими этими хворостом или за шерстью. Да. А здесь спортивный зал у нас был. Мы сюда ходили на физру. Закрыто. А там-то, помните, что у нас было? ОБЖ. Да, точно. ОБЖ. Здесь у нас было одеть противогазы. Кровь поступает. Кровь, да. Ой, медицинский кабинет. О, точно. Нет, ОБЖ дальше. Помнишь, Да. ОБЖ вот здесь. Вот, ОБЖ вот здесь был. Здесь теперь 7-й класс. Ты ее видела? Я ее в поликлинике съела. Из актового зала на 3-й этаж не подняться. Вот, на 3-м этаже. Вот так все уже обрушивается. Так, еще один, 3-й человек, подходящий к нам. 3-й человек, Аня Соловьева. Привет! Привет! Я для Янки. А вот такой у нас был класс биологии. Ежики, скелеты. Ваня, интересно? У вас такого нету в школе? Ой, вот еще старинные остались. Смотри, какие бивни. Челюсти, какие-то копыта всех каких животных разных.
крысу смотреть. А смотри, мозг. Да вот, посмотри на крысу. Крыса? Внутреннее строение крысы. Ой, точно, крыса. Мы как будто в кунсткамеру попали. Мозг. А вот. Глаз. Вот надо как глаз изучать. Да? Все наглядно, все видно, не по учебникам. А там птички дальше. О, скелет. По-моему, даже живой. Настоящий. Ужас. Да, скелет там настоящий, мне кажется. Угу. А Ваня, смотри наверху, сколько рогов. Висит. Читать, умножать.